участник под номером 20 на автомобиле Ford Consul K2. Казимир Кровановский, автомобиль 1958 года выпуска. Польша, город Севасток. Ford Consul — это автомобиль средней ценовой категории британского филиала компании Ford, который выпускается с 1951 по 1962 год. И сейчас Казимир Кровановский вышел с своего замечательного автомобиля и приветствует вас. Стоит отметить, что именно на модели Ford Consul впервые для британского Ford кузов стал несущим. Были применены и гидропривод сцепления. Ну что ж, дорогие зрители, давайте поаплодируем участнику под номером 20.